4 птенца появились на свет у красных и розовых фламинго в московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. На данный момент их можно увидеть на Большом пруду. Птенцы уже выбираются из гнезд и прогуливаются по вольеру, однако пока ведут себя робко. Взрослые фламинго тщательно ухаживают за ними. Ожидается, что в ближайшее время птенцов станет еще больше. Обычно в кладке фламинго можно обнаружить от 1 до 2 крупных яиц. Родители, и самец, и самка, по очереди высиживают будущее потомство в течение месяца. Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом. Но спустя 2-3 недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму. Сами птенцы покрыты сероватым пушком и совсем не похожи на взрослых птиц. Яркое оперение у них появляется только на 3-м году жизни. В июне в зоопарке появились на свет 4 детеныша восточно-сибирской рыси. Пока что рысята питаются исключительно материнским молоком. Через 2 месяца они начнут понемногу пробовать мясо, выходить наружу и осваивать все вольеры.